Установка детских дворовых аттракционов. Финальный аккорд в благоустройстве двора на Сухыбатора 29. Основные работы уже завершены. Подрядная организация обустроила тротуар, расширила дорогу, установила парковочные места, а также обновила скамейки и урны. В 2023 году 63 двора у нас благоустраивается. Сейчас уже последние вот дворы завершаются, поэтому в ближайшее время полностью все работы будут завершены. Осталось вот считанные дворы заасфальтировать, меньше 10 дворов установить детское спортивное оборудование. Программа «Комфортная городская среда» реализуется в Барнауле 7-й год. За это время удалось отремонтировать почти 530 дворов. Причем в последние несколько лет горожане стремятся именно к комплексному благоустройству территорий. В этом году даже такой рекорд, никогда такого количества не заказывали жители по комплексному благоустройству. То есть из 63 дворов на 57 детское спортивное оборудование. Совсем скоро начнется приемка домов. Комиссия в составе депутатского корпуса Барнаульской городской думы, представители Народного фронта и жителей выйдут на объекты и оценят работу подрядных организаций. А между тем программа по благоустройству дворов продолжится и в дальнейшем. Общественная комиссия уже рассматривает заявки на следующий 2024 год. Валентина Аскерова, «День с толком».